Приветствую, друзья! Растения, которые потрясают воображение, умолчать об этом невозможно. Кому-то они хорошо знакомы, а может быть, для кого-то, как и для нас, станут открытием. Об этом сегодняшний сюжет. Это что-то невероятное по своей красоте. Это невозможно. Просто как такое. Вкусно пахнет. Просто такая пена, сиреневое облако. Сладкое. Так название этого растения переводится с греческого. Подходишь к этому сиреневому облаку, и оказывается, глициния источает невероятный, приятный, сладкий аромат. Это так удивительно знакомиться с новым, чем-то неизвестным для себя, с такой красотой. Вот жили-жили и ни разу не видели это. А ведь люди наслаждаются этим каждой весной. Цветущая стена будто гудит от пчел. Отлично. Ой, какая красота. Здесь пчелки собирают нектар. Пчелки нектар даже собирают, да? Вот, фотой. Ой, как аккуратно, чтобы пчелки вам не попались. Эта древовидная лиана имеет и другое название – вистерия. В Европу и Америку со своей родины из Восточной Азии вистерия попала в начале 19 века. Цветет она обильно весной, но отдельные цветущие кисти – сохраняет и в течение всего лета. Веточку. Что веточку? Веточку такую. Вот, посмотри, какой маленький букетик. Род вистерии объединяет 9 видов растений и относится к семейству бобовых. Самые популярные в ландшафтном дизайне – так называемые вистерия китайская, достигающая высоты 18 метров, и вистерия, произрастающая в Японии. Чуть поменьше размерами, но цветущая еще обильнее. Это будто из фиолетового облака нападали вот такие фиолетовые дождинки. В Китае глициния растет и в диких лесах. Ей нравится субтропический климат. Красиво! Адусь, лучше не трогайте руками, потому что может вызывать аллергическую реакцию такие ароматные. Цветы. Душистые. Интересно, что растение выдерживает кратковременное понижение температуры до минус 20 градусов. Но в Центральной России все же не выдерживает морозов. А вот на юге России, на Украине, в Европе красотой этой сладкой лианы можно наслаждаться каждую весну. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Нам это очень поможет в продвижении. И смотрите следующие сюжеты. Всего вам доброго!